В эти минуты переписчики проводят анкетирование, а спортсмены выявляют сильнейшего. Сегодня завершающая домашняя игра серии встреч хоккейных клубов «Челны» и «Чебоксары». Об итогах матча мы расскажем завтра в 19:00. На месте работает съемочная группа программы «Челны-24». Что касается игры, которая прошла накануне, то она была непредсказуемой и напряженной до конца всех периодов. Хотя челнинские хоккеисты не нарушили традицию и первыми открыли счет, автором гола стал челнинский нападающий Айдар Хананов. Но богатыри смогли сравнять цифры на табло. В основное время победителя выявить не удалось. 1-1. Очень тяжело так играть, когда нет права на ошибку. Я говорю, и нервы пошаливают чуть-чуть. И кто первый дрогнул, тот ошибся и тот проиграл дрогнул. А проиграл накануне хоккейный клуб «Чебоксары». И хотя в овертайме все старались быть осторожными, ведь главное не заработать удаление, но справиться с этой задачей богатыри не смогли. Видимо, и правда соперник дрогнул. Победоносный гол принес команде хозяйки Раиль Мустафин. Счет 2-1 в пользу хоккейного клуба «Челны». Третья игра, она такая, всегда тяжелая. Первые две игры обычно все вкладываются, а 3-4 остается, то уже на ставке все играют. Сегодня мы выиграли, сегодня все боролись, все вложились под шайбу.